Очередное новоселье отпраздновали в Нижнем Новгороде. В дом, возведенный по совместной программе акционерного общества «Жилдор Ипотека» и «Горьковской магистрали», въехали семьи железнодорожников. Новоселов с их праздником поздравил первый вице-президент РЖД Вадим Морозов. Железнодорожники и их семьи получат ключи, получая ключи от новых от квартир в новом красавце в этом доме. Он на самом деле красив, прекрасен и надеюсь, что будет также удобен, также будет для проживания, для того, чтобы вы чувствовали себя здесь на самом деле как дома. После вручения ключей новоселам, почетные гости, разрезав традиционную красную ленточку, прошлись по этажам, проверяя качество строительных и отделочных работ. Одними из первых в свою квартиру поднялись Владимир и Римма Харьковы. Среди приятных сюрпризов – непривычно просторная кухня. Наконец-то можно будет где гостей встречать, отдыхать. Прямо душа радуется. Конечно, по сравнению с той квартирой, конечно, там есть большая разница, сами прекрасно понимаете. Последние дни до переезда семья Харьковых паковала вещи в своей комнате в общежитии гостиничного типа, где они прожили почти 3 года. И вот совсем другая реальность. Хозяева уже планируют, как обставят свое жилье и как будут жить в новом районе. Вот мы практически в центре города, недалеко от стрелки, на рыбалку буду ходить. Всего в новый дом въехали 205 семей железнодорожников. 70 квартир было приобретено Горьковской магистралью в качестве специализированного жилищного фонда РЖД. Остальные 135 купили сами сотрудники ГЖД по программе субсидируемого ипотечного кредитования. В планах тандема железной дороги и жилдор ипотеки строительство еще целого ряда домов для работников Горьковской магистрали.